Хватит! Хватит! Позвольте, вы сегодня прекрасны, как никогда! Это Рождество! Ну все, сейчас я тебе... Не подходи к моей жене! А где это написано, что это твоя жена? Ах ты! А ну тихо, вы почему всегда деретесь? Вы же раньше были друзьями, ну что случилось? Это он виноват! Санта только там подарки покупает. А также можно и на сайте заказать. Что я и сделал. Тебе нравится? Нравится? Да они же бесподобные! У них такие широкие пластины, что можно очень быстро сделать прическу и придать объем. Кстати, а по скорости они нагреваются ровно за 30 секунд. Что? Правда? И можно даже настроить температуру. Я хочу сделать себе прическу. И кто придумал, что мы должны быть помощниками Санты? О, какие они удобные! И у них турмалиновое керамическое покрытие! Подумаешь, подарок, вот мой. Спасибо, Гринч, это так мило. Да, мило, открывай скорей. И как с тем, что вам ведь Рождество будут встречать? Правда же весело? Какое же Рождество без приколов? Ха-ха, очень смешно. Не переживай, мы ищем все волшебные. Смотри! Вау, они снова сухие! Это же магия! Да? Всегда с собой таскаешь этот мешок. Да физрук-эльф сказал, что мне надо тренироваться.
ворочаться. Сказал, что я еще и не такие мешки буду ворочать. Слушай, раз уж такое дело, хочешь, я тебе одно желание исполню? Да, а что нам для этого сделать? Просто напиши мне письмо. Письмо? Ну да, только так моя магия работает. Дорогой Санта, я хочу плавать лучше, чем рыба в океане. Хорошо, будет исполнено. Ты что наделал? Я хотела плавать, как рыба, а не стать ею. Помогите! Извини, хотела написать. Настало мое время! Гриш тебя спасет! Я тебя выслушаю, я так видел в одном кино. Ну хорошо. Все. Ой. Помогло? Почти. Так что все, я ее первый парень, понятно? Чего? Тогда я ее первый поцеловал. Ух ты! Смотри, что я нашел, старый. Ну все, ты меня разозлил. Подожди. Охренеть, секунду. Слушай, Санта, в твоем возрасте так не надо напрягаться. Ой, старость. Ну все, все, хватит. Достали меня уже. Я пошла. Ага, понял, все. Что понял? Собирай вещи, пока не научишься дружить. И домой не возвращайся. Я что, на улице ночевать буду? Вон, Оля не подпишет. Слышишь? Ну, супер. Слышь, что? Пойдем ко мне. У меня приставка есть. Да нет. А у меня еще есть молоко и печенька. Ах ты! Да ладно, у меня мешок чипсов. Отлично! Да физрук эльф сказал, что мне надо тренироваться. Сказал, что я еще не такие мешки, да. Что я... Забада пройти. Так, все, быстро, быстро убегай, а? Ну, блин, отвлеки. Ну что, как тебе? Не получилось? Блин, перчатки! А еще и мне есть вкусное молоко с печеньем. Нет, это надо достать. Так просто Санта не продаст. Где чипсы надо достать? Я не дешевка какая-то! А ты где чипсы вообще взял? Наступает час, чтобы всех обнять.
вместо лишних слов.